Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня трэш, мы проходим волну АК. Ну, скажем так, я решил потестировать, посмотреть, что у нас будет с лисом нашим полярным. И, в принципе, скажу, довольно-таки неплохой герой для этих локаций. Конечно, он тоже сливается, как и все остальные, но от него помощь, как видите, очень большая. Волна вот АК-3. Фармится очень легко, то есть АК-3, АК-4, я до АК-5 там через 2-3 попытки дохожу. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы уже сливаемся, как обычно, но не на третьей волне, там, а на четвертой, например. То есть IGG нам выпустила героя, который дает возможность прохождения волны АК-5, не дает, а, скажем так, увеличивает шансы, уменьшает шансы рандома. Но, как видите, он тоже сливается, то есть герой не вечный, какая бы у вас там на нем не стояла прокачка, он все равно, как и все остальные, от этого долбанного демона будет сливаться. Ты никуда от этого не денешься, то есть эта волна больше рандомчик. У кого-то раньше, у кого-то позже, то есть от этого никто не уйдет. В любом случае волна зафармится, даже и нам, в принципе, увеличили титул, у меня там 15% на здание, но здание эти по сути ничего особо и не решает, все выносится за одну тычку, какие там 30, хоть 50, хоть 100% пусть делают, все равно будет выноситься все. Но шанс, как видите, намного выше за счет того, что герой замораживает на 3,9 секунды. Мы проходим быстрее, у нас и шанс выше пройти там АК-3 и остальные. Ну, все опять же зависит от того, как удачно у вас зайдет. Ну, вот АК-3 у нас просто Зефира ушатали, Лиса ушатали. Рандомчик, ты ничего тут не сделаешь. Как бы ты ни старался, какие бы у тебя там прокачки не были, уклонения и прочее. Куда уже больше уклонения, тут суперпаты стоят, все дела. Это все равно не всегда спасает. Поэтому... В принципе, герой классный, мне он нравится, то есть на волнах я вам показывал его за счет своего автопрока, за счет своего скилла, он один из таких интересных и топовых на сегодня, то есть это смесь, это как космо, в принципе, где-то плюс-минус, только больше иммунитетов, по скиллу он замораживает, космо парализует, то есть... Этот бьет тоже по всей карте, кулдаун плюс-минус где-то, наверное, такой же. Вот волна АК-3, как видите, и опять же... А, у нас слили огника, падлы, слили огника. Но все равно, даже слили огника, все равно держимся. То есть шансы, как видите, если я показывал до этого, я бегал... Я рандомно проходил третью, там третья, четвертая, то сейчас я уже более-менее стабильно прохожу эти волны. Ну, все зависит, конечно, еще от удачного захода, выхода. Но вот вам показатель того, что до АК-5 с лисом мы доходим намного быстрее. То есть герой реально усиливает пачку, усиливает прохождение. Шансы, как обычно... Шанс слива максимальный. Ну, осталось одно здание, К5. Мы сейчас, конечно же, посремся и сольемся. Как всегда. Ну, от этого никуда не денешься. Надо просто, чтобы совпали звезды на пятой волне. Поехали еще разок. Я думаю, в принципе, попыток 100-200 можно пройти. Ну, хотя бы шанс, скажем так, уже намного лучше, намного выше. Титулы, постройки ни хрена не спасают до одного места. Но шанс по скорости убивания заметно выше. Вот, как видите, АК-3 опять. Демон долбит
здание на четвертое, возможно, мы сейчас ее затащим, дойдем опять же до пятой, но здание все в одной стороне. Даже, наверное, не дойдем или дойдем. Дойдем, наверное. Одно здание в конце. Ну, однозначно сейчас они выйдут сверху и добьют это все. Но, может быть, они выйдут и снизу. Никто этого не знает. Это все зависит от одного. От рандомчика. Ну, вот так, как я и говорил. Они вышли сверху. Снизу даже никто не зашел. То есть тут плюс-минус надо ловить удачу. Но герой, как видите, замораживает довольно-таки неплохо. Но сливается точно так же, как и Фрея. Хоть я на него уже нацепил максимальное уклонение. Это не всегда спасает. Поэтому тут только остается ловить удачу. Ну вот, удачно. И долбанный демон. А, это АК-2 еще. Это еще даже не АК-3, ребят. Все самое интересное на АК-3. Вот в зависимости от того, как выйдет демон на АК-3, где ваши будут постройки, в принципе, где-то плюс-минус зависит итог. Потому что в основном он добивает со своей стороны все здания, вот как сейчас. Вот видите, тут вообще просто... просто разобрал, блин, этих всех. То есть зашел именно так, что слил этих двоих. Ну, у нас, в принципе, тут уже вариантов на прохождение ноль. Потому что мы, во-первых, не успеем уже убить четвертую волну, скорее всего. Да, и у нас нету отхил. Ну и подойти к этим героям, если подойдут, то все здания в одной точке. И ты ни хрена не сделаешь. Но плюс то, что проходится на Фрею, заагрились, Феникса слили, нету отхил. Осталось три героя, но все равно доходим до АК-5. Как бы ни было, АК-5 мы видим намного теперь раз чаще, намного чаще, нежели это было до этого. Не знаю, мы не успеем или успеем, хотя в принципе Зефир, Фрея с водушками, плюс Огник. Что-то вижу, там они не убиваются даже прям. Может и затащим. Огник плюс Фрей плюс Зефир. Может и затащим. То есть до АК-5 дойдем дальше, конечно же. Демон просто сейчас нас раздолбит. Но и то не факт, видите, не успеваем. И хватает все-таки ворожея. Вот. То есть шансы прохождения АК-волны выросли, наверное, на процентов так 30%. С выходом этого героя. Не всегда, конечно, он помогает, но мне он нравится на волнах, честно скажу. Хоть он и сливается. По крайней мере, он увеличивает шанс. И он, в принципе, лучше, чем оккультист, потому что он наносит дамаг, он дамагер и заморозка, и все. А оккультист у нас был чисто для того, чтобы наши герои не сливали, потому что мы не успевали их заморозить. Здесь же у нас немножко все поменялось. Ну, к сожалению, видите, слили у нас зефирку. Без зефирки здесь тоже очень-очень сложно. Даже с таким раскладом, смотрите, как... на месте все стоят. Заморозка проходит так, как надо. Причем заморозка от питомца. Также заморозка от Кена и Лиса. Но, к сожалению, без зефира это будет реально очень сложно. Хотя шансы, в принципе, как и с ним, так и без него. Что так одного героя могут слить. Ну, те здания, опять же, в одной стороне. То есть тут самая большая проблема, то, что здания остаются в одной стороне. И, как правило, как западло, оттуда выходят монстры. Всегда. У меня, по крайней мере, так.
Без зефира сложновато, но хотя Лис, в принципе, с фреями должен справиться. Фрея тоже с недомоганием. Не знаю, сейчас посмотрим, успеет или нет. Ну, не, наверное, не успеет. Все-таки с зефиром поярче. Вот вам. Зефирка тащит. Просто зефирка с точностью и с недомоганием. То есть он все время фактически дамажит очень круто. И он тоже нужен. Ну, вот видите, Лиса слили. То есть плюс-минус это уклонение его скилл до одного места, честно скажу. Но это особо не спасает. Но сама его заморозка реально очень полезна. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Мучаемся, как и раньше, но уже не так сильно. Будем пробовать. Вот ворожая слили. Из ворожая опять печалька. В принципе, от хила. А уже этого слили. Все как обычно, короче. Все как всегда. Но Лис хорош. Мне он, по крайней мере, здесь. Я вижу от него пользу, он помогает. Ну, дальше, конечно же. Все зависит только от одного. Все, пишите комменты, как вам этот герой. Какую сборку вам еще по нему показать. Потому что сборок реально очень много разных на сегодня. Актуальных, не актуальных. Но стоит ли он тех денег? Честно скажу, наверное, нет. Так он продается, то есть его максимальная цена это один большой бак. Ну, это на сегодня. Дальше, конечно, мы будем дешевле. Все, всем удачи, всем пока. И только я вам закончил видос, и вот смотрите, что делается. Что здесь делается у нас? Проходим. Ребятушки, надо. Давайте, тащите. Тащите волну АК-5. Вот она, ребят, польза от этого героя. Почему Лис реально здесь тащит? Волна АК пройдена, ну, за попыток, наверное, 20-30, думаю. Но я надеюсь, что мы ее пройдем, конечно, сейчас. Ее надо пройти. Но просто проходится с этим героем налегке. Как я это делал? Просто изи. Вот так вот. Вот такие вот трешечки. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.